Вот как это называется? Ну? Как это называется, долб? Все? Все, ты мявкаешь? Мяу-мяу. Ну, что? Все? Все. Расслабляйся. Успокаивайся. Надо было и тебя с ним отправить вместе. Алексей Юрьевич, вы еще не устали? От кого? Тебя? Вы снова занимаетесь моей любимой машиной. Где ты играешь? Да здесь постоянно, когда работает она постоянно в масле. Где? Мотор. Ну сейчас, извините меня, неделю простояла машина просто. Иди, заводи машину. Сейчас заведу машину. Ой, снова. И снова здравствуйте. Да ладно, сейчас поеду, опять где-нибудь остановлюсь. Снова вызову вас. Тяжело. Все. Смотрите, здесь ситуация вот какая. Мы сейчас вот я с ребятами говорил. Есть идея по поводу... Хорош там! Тихо, я вас записываю. Алло, привет, привет. Ага, все, я ушел. Есть идея. Короче, Алексей Юрьевич меня отправляет с Богом на этой машине. Надеюсь... Я доеду. Видите, никто меня не бережет. Всем без разницы, что я там остановлюсь посреди Рублевки и просто перекрою все движение. Ладно, ладно. На электричке езжай. Не-не-не, все. Я от своей малышки не откажусь. Я откажусь от всех, но не от своей малышки. Ладно, забирайте. Возьми, нет, езжай в этой куртке. Езжай. Спасибо, хоть не замерзну, если остановится машина. Ждите от меня. Да, конечно, да куда? До поворота или до середины Рублевки? Докуда? Ну что, дорогие мои, всем здравствуйте. Ну вот, наверное, сегодня могу взять на себя такую ответственность и немножко раскрыть наши планы. Мы приступили к подготовке очередного мероприятия, которое пройдет в сентябре, где... Как, пока ничего не скажу, но то, что мы готовим, такого вы еще не видели, это точно. Да и вообще мало кто видел такое. Так что мы готовимся, и вы готовьтесь. Девочки, совет от меня и от многих инструкторов, это как бы банально звучит, но, может быть, кому-то это именно сейчас и пригодится. Если вы не уверены в своем автомобиле, в своей машине, не забывайте, когда вы едете по многополоске, а вот я сейчас еду по МКАДу, да, здесь очень много полос, не забывайте ехать в таком случае именно по крайним правым полосам. Вот. А совсем крайнюю правую полосу тяжело держать, особенно на МКАДе, потому что здесь идут съезды. Съезды, да? Вы знаете все. Но вот я сейчас держусь второй полосы справа, и когда нет съезда, я держусь прям крайне правой полосы, потому что, чтобы, если что, я съехал на обочину, а особенно на МКАДе эти обочины есть. Вот. Девочки, совет от меня и от многих инструкторов, это как бы банально звучит, но, может быть, кому-то это именно сейчас и пригодится. Если вы не уверены в своем автомобиле, в своей машине, не забывайте, когда вы едете по многополоске, а вот я сейчас еду по МКАДу, да, здесь очень много полос, не забывайте ехать в таком случае именно по крайним правым полосам. Вот. А совсем крайнюю правую полосу тяжело держать, особенно на МКАДе, потому что здесь идут съезды. Съезды, да? Вы знаете все. Но вот я сейчас держусь второй полосы справа, и когда нет съезда, я держусь прям крайне правой полосы, потому что, чтобы, если что, я съехал на обочину, а особенно на МКАДе эти обочины есть. Вот. Ну что, Алексей, я забираю. Да наконец-то. Да? Скучать не будете? Я? Да. Сейчас прыгать до потолка буду. Ага, конечно. Скучать будет тут, без хвоста. До лопаты.
Рысь, да сейчас поедем, я поняла. Он уже ее задолбал, даже пока она в клетке. Кошмар. Да тоже долго.